Закончили этот Kia Carnival, установили электропороги фирмы АТС. Заход в автомобиль стал гораздо удобнее. На Карнивале штатная подножка находится очень высоко, поэтому детям, пожилым людям не очень комфортно заходить в автомобиль. Теперь это стало гораздо удобнее как на заход, так и на выход из автомобиля. Порог выходит при открытии боковой двери и также при открытии передней. И слева, и справа, соответственно, одинаково. Выдерживают пороги более 200 кг. Поэтому можно заходить как одному человеку, так и вдвоем. Все, автомобиль отдаем владельцу. Дарим свой фирменный зонт АТС. И ждем следующий автомобиль. Всем всего доброго.